Шалом, вы смотрите новости на Первом еврейском. Главное за 7 минут в студии Анастасия Воронина. Сегодня в выпуске. Шостакович, симфония номер 13. В Москве состоялся концерт, посвященный трагедии в Бабьем Яре. В Москве прошел мультимедийный концерт «Шостакович. Симфония номер 13». Молодые поэты выступили на одной сцене с известными деятелями культуры и прочли произведения, посвященные трагедии в Бабьем Яре. Лена Музык расскажет подробнее. «Брецаль, я знаю доброту твоей земли. Как подло, что и жилочкой не дрогнув, антисемиты пышно нарекли себя союзом русского народа». «Мне кажется, я – это Анна Франк. Прозрачная, как веточка в апреле. И я люблю, и мне не надо фраз, мне надо, чтоб друг в друга мы смотрели». Впервые на тему Бабьего Яра и ее осмысления заговорили не историки, не представители науки, а посланцы искусства. Поэты, писатели, художники, скульпторы, композиторы, музыканты и кинорежиссеры. Память о Холокосте, я думаю, что это всегда нужно, всегда важно. Но в это время это еще более актуально, к сожалению. Когда мы видим то, что происходит в мире, на Ближнем Востоке, здесь, в России, и, к сожалению, понятно, что уроки Холокоста пока мы не полностью... выучили, нам нужно снова вспомнить об этом, рассказать об этом. И очень хорошо, что это пройдет через музыку. Музыка объединяет всех, что это вызов каждому из нас сегодня, что неважно, национальности, вероисповедание, цвет кожи, нам нужно объединиться, чтобы сила добра распространяла всюду, и чтобы реально был мир во всем мире. Трагедии посвящено, а точнее вдохновлено ею, немало выдающихся произведений самых разных жанров. Продюсеру Игорю Сандлеру удалось объединить классику с роком на самом большом экране в мире в мультимедийном перформансе «Бабий Яр». У кого нет прошлого, у того нет будущего. Поэтому это архиважно. Именно сегодня показать молодежи всю трагизм той ситуации, которая была. И главный посыл у меня всем, что это не должно повториться. Это самый главный посыл. Я хочу поблагодарить моего друга Игоря за то, что вот пригласил меня, это во-первых. И во-вторых, за то, что вот создал вот эту всю красоту. И я знаю, что сегодня вот посетители, которые есть, они будут... и наслаждаться, но в то же время в глубине души очень трогательная тема, которая всегда, когда ты вспоминаешь, хочется плакать. В музыке и в слове своеобразные первооткрыватели темы Бабьего Яра и одновременно первыми пострадавшими за нее стали два бунтаря. Люди столь разные по возрасту и положению, по форме выражения своего протеста и многому другому. Признанного, заслуженного и при этом нередко оказывавшегося в опале Дмитрия Дмитриевича Шостаковича и довольно молодого, 28-летнего, только недавно заговорившего в полный голос поэта Евгения Евтушенко. Еврейский народ, что бы ни происходило, все равно никогда не прекращал ни петь, ни танцевать, вот это удивительно. К сожалению, да, вот видите, сегодня так, что я надеюсь, что это... Нет, я все-таки уверен, что это никогда больше не будет актуально. Это будет каждый всегда актуально, просто чтобы люди знали, помнили вообще, во что это может все вылиться. И все-таки такие произведения и вообще такие тексты должны как бы исполняться в прошедшем времени. Я предложил исполнить это произведение с расширенным составом хора, потому что в оригинальной партитуре 60 мужских голосов звучит. И в 62-м году, когда была премьера этой симфонии, капелла Юрлова участвовала. Я расширил мужской хор до 80 человек, что символично 80 лет освобождения Киева. Я пригласил капеллу Юрлова, которая была в 62-м году на премьере. Я пригласил капеллу Свежникова и мужскую еврейскую капеллу Целюка.
И они исполнят сегодня в расширенном составе полностью 13 симфоний Шостаковича. Все ребята очень рады, что мы принимаем в этом участие, потому что основной конек нашего хора и основная репертуарная политика – это еврейская духовная музыка, это песни на идыш, это какие-то песни разных народов мира. И если это какие-то классические произведения, мы пели и Мендельсона, и Сезара Франка, и Танеева. А вот Шостакович – это композитор, который стоит особняком. Поэтому для нас, для профессиональных музыкантов, а в нашем хоре все профессиональные ребята, для них это большой опыт и шанс соприкоснуться вот с таким выдающимся произведением, сложным, которое требует погружения, которое требует изучения, репетиции и так далее. Это интересно. Просветительский проект «В память о трагедии Бабий Яр» объединил в себе сразу несколько мероприятий, посвященных годовщине трагедии. Поэтический конкурс, мультимедийный концерт «Шостакович. Симфония номер 13», выпуск видеоролика, чтение поэмы «Бабий Яр» известными деятелями культуры и молодыми артистами, а также издание книги об истории создания поэмы Евтушенко «Бабий Яр». In the first moment, when Igor came to me, как только Игорь Сандлер обратился ко мне, я был сразу уверен, что у нас все получится. История трагедии очень важна. Никто не забыт, ничто не забыто. Мы не должны забывать, и важно усвоить, что мир — это самое важное. Я люблю все проекты Игоря Сандлера, и здесь мы объединили классическую музыку с рок-музыкой. Говорить на языке музыки во имя мира. Мы всегда должны помнить нашу историю, и хорошие, и плохие, но особенно плохие надо всегда напоминать людям, нашему будущему поколению, о том, что было, чтобы никто не забыл. И естественно, вот такие вечера еще раз дают знать о том, что мы все помним и призывают к тому, чтобы всегда был мир. Отражение в живописи темы Бабьего Яра оказалось одновременно широким и недостаточно разработанным. Здесь более 50 работ из разных городов России и стран бывшего Советского Союза. Вот из Беларуси, например, есть. Такие выставки, они нужны, особенно в наше время, в связи с происходящими событиями, о которых мы все прекрасно знаем. Пусть они будут напоминанием таким молчаливым. И люди задумываются сами, что происходит на самом деле. Это очень интересно. Естественно, то, что мы всегда говорим о тех ужасных днях, всегда людям напоминаем все это. Это даст правильные плоды, чтобы люди иногда осознавали, а как бы идти по правильному пути. То есть вот где правда, где неправда. Потому что вот мы прекрасно знаем, что все плохие затеи, которые бывают, истребление нации или борьба с государством, она всегда идет в худшую сторону. Вообще весь проект «Бабий Яр» очень важен, помимо художественной ценности. Конечно, это очень значимо с точки зрения сохранения исторической памяти. Я только что посмотрел выставку. Выставка, она небольшая, но она очень такая информативная, и, конечно, совершенно ужасные факты, ужасные фотографии. Это, нормальный человек не может это воспринимать без содрогания. Нет сомнений в том, что Холокост не должен повториться никогда. Выставка «Холокост. Уничтожение, освобождение, спасение» экспонировалась в Главном управлении ООН и в Совете Безопасности Европы. Она отражает преступления нацистов на оккупированной территории СССР и в лагерях смерти. В основе этой выставки документальные материалы, фотографии, свидетельства, письма, которые мы получили из архивов, музеев, библиотек 25 государств. То есть, конечно, здесь представлены и документы ведущих архивов. Но жемчужина нашей выставки – это, конечно, личные документы, собранные нами
архивам Центра «Холокост». Это письма, это воспоминания, это дневниковые записи. Хочется понять, что 80 лет назад были эти события. Если мы их будем обесценивать, делать видимость того, что к нам это не имеет никакого отношения, как только устаревает память, и устаревают события. И мне кажется, основная задумка, наверное, даже это не только мультимедийная и концертная программа с участием там прекрасных звезд, но, наверное, самое главное, это вот это вот как раз выставка, да, которая тем самым не особо погруженным в тему людям дает возможность углубиться не только в знаниях. Проект реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Фонда поддержки одаренных детей и молодежи Игоря Сандлера. Запись концерта будет доступна для всех на сайте проекта babiyar.rf.